Всем привет, с вами Доминик Джонс, и сегодня я хочу продемонстрировать вам такую игру, как BitStrip. По идее, в игру можно загружать композиции со своего iPod, ну, в смысле, естественно, то есть, свою музыку из библиотеки, вот, которую вы сами закачивали. Но у меня тело iPhone 2G, если кто еще не знает, и... Как я понял, закачивать свои песни в плейлист можно только с 4-й версии прошивки. Итак, ну вот, давайте какую-нибудь песню запустим. Есть вот три режима. Это ландскейпный режим, то есть на боку с тремя кнопками, обычный с четырьмя и ландскейпный с четырьмя. Ну давайте ландскейпный с четырьмя попробуем. Как-то резко все. Неплохая графика, музыка, кстати, тоже неплохая. Хотя только три песни, это мало очень, но все равно. Получше даже, чем Guitar Hero, на мой взгляд. Тем более не только рок, это уже тоже радует. Ну, в общем, любителям жанра советую сыграть в эту игру. С вами был Доминик Джонс, и ждите новых обзоров.